Костроме задержали бизнесменов, которые продавали в больнице медицинские изделия из прошлого века. Это несколько тысяч бинтов. Полицейские изъяли их на складах и по месту жительства злоумышленников. Старые, давно просроченные перевязочные материалы, сделанные еще в советские времена. Преступники расфасовывали в новую упаковку и продавали компаниям, которые участвовали в госзакупках. Участники незаконного бизнеса успели заработать на продаже опасных для здоровья медицинских изделий 500 000 рублей. Сейчас обстоятельства дела изучает Следственный комитет. Мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы.